Друзья, всем привет! Игорь Крутой стал на время Кощеем Бессмертным. Вот как он сам это объясняет. Принял участие в съемках новогодней сказки в роли Кощея Бессмертного. Выбор персонажа, которого я буду играть, меня крайне удивил. Но продюсеры шоу убедили меня, что по новейшим исследованиям историков-фольклористов Кощей был крайне музыкальный товарищ. Сочинял частушки, играл на гуслях и даже иногда разрешал использовать свою заветную иголку, чтобы послушать патефонные пластинки древнерусских сказителей. Как бы то ни было, золотые пуговицы и массивная корона стали дополнительным аргументом втянуться в эту авантюру, результаты которой вы увидите в новогодние праздники на канале НТВ. Вот такие предновогодние новости, друзья. В ролике же использована композиция Раймонда Пауса из фильма «Театр».